она уже дает свои плоды, она, конечно же, очень нужна, потому что Конституцию писали те люди, которые прекрасно понимали, что человек беззащитен перед государством. И они вписали в основной закон наши гарантии и, по большому счету, наши перспективы выживания. Сейчас уже Конституция по многим параметрам аннулирована, и задача произвести ревизию и отобрать у нас последние. Потому что все-таки достаточно неудобно, когда мы из последних сил пытаемся апеллировать к основному закону, выясняется, что в основном законе это как раз в нашу пользу все написано. У сегодняшней власти задача, чтобы у нас не было вообще никаких вариантов вздохнуть. И Конституция в этом отношении очень сильно мешает, поэтому многие ее незыблемые постулаты будут зыблемы и перестанут быть постулатами. Так что ревизия, конечно же, необходима.